Ура, мы начинаем! Итак, уважаемые волонтеры, добровольцы Республики Бурятия, добровольцы города Иркутска. Больше 70 человек вышли на уборку в городе Бабушкин вместе в падении реки Мысовка в Байкал. За 3 часа волонтеры собрали 121 мешок мусора, в том числе 39 килограмм пластика, 103 килограмма металла и 210 килограмм стекла. Весь мусор был отсортирован. Не смутил тот факт, что надо было вставать в 5 утра, куда-то ехать еще в такую погоду? Ну, ради такого дела можно встать раньше и пораньше вставали. Нам приходилось заранее приезжать, часа 4 в 3 ночи вставали, делали. Но оно стоит того, это же ради хорошего дела, там можно и не поспать даже ночью. Волонтеры, кто заряжены, кто знает, куда они едут, им хоть ливень. Вот сколько я лет выступаю, кто просто так едет, они как бы, ну да, дождик нет, а кто понимает, куда едут, им хоть ливень, они вот рады. Они даже говорят, блин, почему мало, ну как бы время так мало, надо больше и больше убирать. Вот, то есть вопрос мотивации на самом деле, и там уже ни дождь, ни снег, оно вообще не помеха. Среди необычных находок 2 кресла, стиральная машина, новогодняя елка, холодильник, корпус от телевизора, раковина, носилки и белый лебедь из автомобильной покрышки. Сегодня, наверное, такой старт совместной работы 2 регионов и компании N+, потому что в Иркутской области этот проект 360 он на протяжении нескольких лет работает, а хотелось бы, чтобы он был распространен на Республику Бурятия, потому что берег Байкала, Байкал у нас один, и это всемирное наследие ЮНЕСКО, поэтому я считаю, что мы должны защищать для будущих поколений здесь Байкал. Вы знаете, я хотела с радостью сказать, поблагодарить всех ребят, кто за 10 лет к нам присоединился в Иркутске, потому что в этом году наш проект 360 получил премию среди стран БРИКС. Это премия экологическая по устойчивому развитию. И, в общем, я всех нас поздравляю, тех, кто участвует. Проект 360 – это часть комплексной программы N+ групп «Мир со знаком плюс» и один из приоритетных экологических инициатив в социальной политике компании, концепцию которой заложил основатель компании Олег Дерипаска. За время реализации проекта эко-волонтерами стали порядка 148 тысяч человек. Марина Михалева, телекомпания АТВ.